A coronavirus vaccination center has started here at Red Square Mall in Moscow. As per COVID-19 vaccination process, the patients have to fill a form with an address and chronic illness. Отклики, которые мы получали, особенно в первые дни, превосходили все наши ожидания, потому что людям было максимально приятно, потому что мы действительно их встречаем с первых минут и проводим до самого конца, и у них не остается никаких вопросов, которые могли бы возникнуть в течение прохождения вакцинации. Post the vaccination process, the visitors are advised to consult with the doctor. She is Yudmila Shulga, who is having an appointment for vaccination. She had her first vaccination around 6 months ago. Today she came for a revaccination. По телевизору услышала, Собянин сказал, в ГУМе открыли. Но я решила прийти посмотреть, как в ГУМе делают прививки. Очень довольна. Спокойно, людей мало, тихо. Персонал хороший. There are over 30 spaces for vaccination in the center's small hall. Мощность центра позволяет вакцинировать до 5000 человек в день. Для того, чтобы вакцинироваться, минимально необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт гражданина другого государства, у которого есть полис обязательного медицинского страхования. Ну и, соответственно, желательно, чтобы у пациента был полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС для того, чтобы информация корректно отображалась в системе. COVID-19 infections in Russia are at their peak. The highest daily average reported, now around 30,000 new infections reported each day. Russia has administered at least 95.34 million doses of COVID vaccines so far. Assuming every person needs 2 doses, that are enough to have vaccinated about 33% of the country's population.